вы пришли в совершенно новый концертный зал, он же центр Ирины Виндер, художественная гимнастика Фила, и завтра будет РУ-ТВ. Репетнули. У Иванушки уже была репетиция. Мы все знаем, как завтра порадовать вас. Так что РУ-ТВ 22 мая 20:00. Будет круто. Приходите 22-го, то есть завтра, посмотреть на меня. На Иванушек и на моих коллег, конечно, по музыке, потому что, ну что, поем. Поехали. Здрасте, я в гримерной. Вероника, да? С очаровательными девчонками, которые сегодня делают гримчик. Гримчик в группе вашей. Так, грим минимальный. Вообще грим не люблю. Уважаю профессию, но не люблю грим. Девочки как раз уходят, закончили. До свидания. Пока, спасибо. Вот. Да, РУ-ТВ сегодня. Спасибо за разогрев. Мы старались. Группа Санкт-Петербург, группа Иванушки International Heavy Metal. Да, однозначно. Владимир Пресняков и Наталья Котовская. Давайте все летом пойдем на вилле под названием «Тур с Иванушками».
Прикиньте, покажи меня, взял. Ну, практически все закончилось. Сейчас дойти. У нас еще, я думаю, будет несколько фотографий. Это нормально? Как вы думаете, мне прилично? Правильно же фоточку надо делать.